Первое, что нам обязательно необходимо сделать, это когда мы зашли в консоль, дальше мы находим настройки, чтение. И вот здесь ставим галочку «Попросить поисковые системы не индексировать сайт». Но даже если у вас есть одна какая-то статья, да, или две, все равно ставьте эту галочку. Мы потом, когда все настроим, мы эту галочку уберем, и у нас пойдет все правильно и все классно.